ищите посылку. Посылка? Интересненько, мама что ли что-то заказала? Так, посмотрим. Здравствуйте, вам будет доставлена посылка. Ничего себе! Введите свой номер телефона. Так, введу-ка я свой номер телефона. Так интересно, что же в этой посылке? Может, там что-нибудь из сладенького? Или новая одежда? Том, у тебя там телефон звонит. Ты что, не слышишь? Телефон? Алло, здравствуйте. Мы хотим вам посылку доставить. Через 20 минут вам будет удобно? Через 20 минут? А, да, будет удобно. Все, да, жду, до свидания. Через 20 минут. Хорошо. Мама же дома. Она может тебе посылку забрать. Что-то надо придумать, чтобы мама ушла из дома. Том, давай чай попьем. Нет, мам, я не хочу. А ты бы не могла сходить в магазин? Мне очень срочно надо. Да? А что тебе так срочно понадобилось? Ну, просто завтра контрольная, а у меня тетрадки нет. Мне она очень срочно нужна. Ну ладно, сейчас чай попьем и схожу. Нет, мам, мне прям очень срочно надо. Сходи прямо сейчас, пожалуйста. А чай потом попьем. Том, ну я не пойму, в чем срочность такая? Нельзя попозже сходить? Нет, мам, надо именно сейчас. Том, ну дай мне хотя бы одежду погладить и пойду. Мам, ну ты прекрасно выглядишь в этой одежде. Зачем тебе ее гладить? Ну хоть телефон я могу свой взять? Иди, бегом бери, мам, это прям очень срочно. Странная. Сидела, под вечер вспомнила, что у нее тетради нет. Теперь, мама, беги. Ух ты, как ты хочешь, чтобы я быстрее ушла. Интересно, что ты придумала? Да ничего я не придумала. Просто вдруг магазин закроется, а у меня завтра контрольная. Тома, принеси расческу, расчесаться надо. Да не надо тебе расчесываться, мам. Вот, смотри, нормально все. Давай, мам, одевайся. Ладно, открой аккуратненько. Если что, заклею скотчем. Мама даже не заметит. Я не верю. Это же кнопка YouTube. Как я долго ее ждала. Ух ты! Какая она классная. Куб-туб. На 100 тысяч подписчиков! Надо для Инстаграма сфоткаться! Выложи вот это вот в Инстаграм. О, надо же маме позвонить, чтобы она тортик купила. У нас же сегодня праздник. Наконец-то кнопка приехала.
магазине. А что? Мам, купи, пожалуйста, какой-нибудь тортик вкусненький. Тортик? В честь чего? Ну, я вообще-то уже на кассу иду. Мам, пожалуйста, я тебе потом объясню. Купи, ладно? Ладно, ладно, сейчас вернусь. Хотя маме лучше про кнопку не говорить, а то она ее точно себе заберет. Лучше спрячу-ка я ее куда-нибудь. Буду потихонечку доставать и смотреть на нее. Здесь ее видно. Так, о, за подушку. Нет, мама точно заметит. На подоконник. У нас же занавески прозрачные, все видно. Ну, может, за подушки? Нет, ее здесь легко найти. Ее здесь видно. Мама тут точно найдет. Мама вернулась! Привет, мам. Привет. Ну что, мам, тортик купила? Купила. А по какому поводу тортик? Просто без повода. А что? Точно без повода. Ничего не хочешь сказать? Нет, ничего. А что? А про кнопку ничего не скажешь? Кнопку? Какую кнопку? Да ладно, Том, я все видела. Ты же свои фотки всем в Инстаграм выкладываешь. А, да, точно. Почему ты решила ее от меня скрыть? Да нет, мам, я не хотела от тебя ее скрывать. Я хотела сделать тебе сюрприз. Понятно. Ну, неси уже, показывай сюрприз. Вот, мам, смотри. Ух ты, какая она красивая. Как долго мы ее ждали. Представляешь, мам, она должна была прийти, когда у нас было 100 тысяч подписчиков. Да, пришла только сейчас. Когда у нас почти 400 тысяч подписчиков. Какая же она крутая, мне нравится. Ладно, мам, давай я ее уже на место отнесу. На какое место? Ну, поставлю у себя в комнате. А почему это у тебя в комнате? Ну, мам, кнопка же моя. Что значит твоя? А где это тут написано? Ну вот, смотри, тут написано клуб Туб, значит она моя. Ну и что? Мы же вместе снимаемся. Ну вообще-то, мам, она больше моя. Я хочу, чтобы она у меня в комнате стояла. А я, может, хочу, чтобы она в общей комнате стояла и чтобы мы вместе на нее смотрели. Так я и думала. А вообще-то, мама, это не только наша с тобой кнопка. Да? А чья еще? Она и наших подписчиков тоже. Точно! И за это их надо обязательно поблагодарить. Да, обязательно! И, кстати, ты не забыла, что у нас есть праздничный тортик? Точно, пойдем!
благодарю подписчиков. Подписчики наши любимые, спасибо, что смотрите наш канал. Это ваша кнопка тоже. Нас уже почти 400 тысяч, и надеюсь, нас станет еще больше.